Вот, так случилось. Кто сказал, что он здесь? Выходил в кепке, прятался, но все равно вы знаете, что он здесь. И я хочу пригласить на сцену Ярослав. Ярослав Шумишевский, друзья! Концерт. Концерт замечательный, классный. Мне таких не хватает, на самом деле. Просим! Знаешь почему? Потому что, ну, классно, вот видишь зрителей вот здесь в зале. Особенно, когда выходишь, все эти руки жмут, ты такой, блин, я президент. Там. Вам пожать руку здесь. Да, ближе к людям, ближе к народу. Это такой кайф. Я прям, вот правда люблю вот такие концерты. Круто! На самом деле, да, это очень здорово, потому что получаешь кучу эмоций, заряжаешься вашей энергией, потому что вас видишь, а вы вот они рядом, и все постоянно вот так вот хлопаете, аплодируете, танцуете, и это очень важно для артиста. Если бы зал был такой, знаете, все сидят, ну давай, пой, оно было бы сложнее гораздо выступать. Сказали, хватит болтать, давай петь, короче. Ну, практически послали на сцену спеть песню. Давай. Я просто все с вами включили телефоны и ждут уже. Просто ждут. Ярослав Шумишевский, друзья! Стригся я под полубас, и к девчонкам нравится, yeah. А жизнь она идет, в ней столько тонкостей. А кто-то ручку повернет, станет больше громкости. Этих громкостей, а вечерочек, а вечерок. И весна переплела веточки с тюльпанами. А что еще напереди? Ветры будут краситься на дороге кочуки, но под ногами ластятся. Вечерочек, вечерочек. Да, вечерочек, да, вечерочек, да, я люблю.
времени. Прекрасно!